Дорогие саратовцы, с пониманием отношусь к естественному для каждого человека желанию в погожий весенний день прогуляться по улице. Но призываю саратовцев не поддаваться этим порывам. От вашей сдержанности, благоразумия и гражданской сознательности зависит не только ваше здоровье и благополучие, но и жизни ваших близких. Инфекция, которая для молодых и здоровых людей обернется неприятным эпизодом, для людей старшего возраста или страдающих хроническими заболеваниями может стать причиной непоправимых последствий. Проявите заботу о тех, кто целью своей жизни избрал заботу о нас. Подумайте о нуждах и тяжести труда медиков и сотрудников экстренных служб. По мере своих сил постарайтесь не стать распространителем инфекции и не перегружать больницы и поликлиники. Врачи и без того отдают работе огромную часть своей жизни. Не создавайте ситуацию, где они будут трудиться на пределе человеческих возможностей. В Саратове введены жесткие меры по ограничению передвижения для горожан. Сейчас запрещено без необходимости выходить на улицу, посещать учреждения и организации, гулять в скверах и парках. Всем нам строго предписано соблюдать социальную дистанцию. Это непросто и непривычно выполнять, но данные меры являются необходимыми в данной ситуации, что сложилось в стране, в мире, в нашем городе. Просто побудьте дома.